Vivo рекламирует выдвижную фронтальную камеру нового поколения. Вчера мы публиковали первый рекламный видеоролик смартфона Vivo Apex 2019, который должен быть лишен кнопок и вырезов. Сегодня компания Meizu уже опередила Vivo, представив собственный смартфон Meizu Zero без отверстий. Однако это не помешало Vivo опубликовать еще один рекламный ролик, в котором прямо намекает на решение, реализованное для фронтальной камеры. Вот только стоит обратить внимание на то, что этот ролик, скорее всего, демонстрирует нам другой смартфон, у которого точно есть кнопки и, возможно, отверстия. В ролике нам предлагают попрощаться с вырезами в экране, а также заставляют поверить в то, что новинка позаимствует выдвижную фронтальную камеру у смартфона Vivo Nex. Точнее, не саму камеру, а инженерное решение. Вполне возможно, это прямой преемник Vivo Nex, КТПТСДС и AOTA, BTFZS NSDV. Что касается Vivo Apex 2019, то его официальный анонс ожидается уже 24 января этого года.